И так как у нас Хэллоуин, то мы работаем с вами в этой тематике, чтобы отпугнуть всю нечисть, оставить все самое светлое, все самое прекрасное. Поэтому, если вам это нравится, то ставьте свои реакции, покажите, что вам это нравится. Что сегодня? Сегодня мы с вами поработаем с нижней челюстью, с техникой на нижнюю челюсть. С возрастом происходит сужение нижней челюсти из-за возрастных деформаций. И сейчас мы с вами будем снимать спайки в этой области, убирать залипания, снимать напряжение. Работать нужно обязательно на увлажнение. Следите за тем, чтобы ткани не тянулись, не рвались, не сильно ничего давить нельзя. И когда вы увлажняете, ну, например, можно увлажняющий крем, можно в данном случае у меня масло розовое. Следите, чтобы было скольжение. Готовы приступить к практике? Ставьте лайки и поехали. Сначала мы с вами будем снимать напряжение. Для этого костяшечки пальцев у нас под кость сейчас должны погрузиться. Слегка наклоняем голову, делаем вдох и на выдохе погрузились. Начинаем раструску. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Как следует. Протрусьте, делаем вдох, все то же самое с другой стороны. Примерно уделите на каждую сторону, в течение одной минутки проработайте каждую сторону. После этого делаем вдох и идем от центра. То есть сначала будем прям под костью, вот эту точку, туда погружаем пальчики и начинаем делать вот такое воздействие вращательное. Делаем вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть старайтесь как можно поглубже, чтобы ваши пальчики зашли, но насильно ничего не рвем, не давим. Сколько пропускают ваши ткани. Если у вас они очень плотные, если, может, болезненно, то это говорит о том, что здесь очень сильное напряжение, может, какие-то залипания, спайки. Поэтому все делайте постепенно. Значит, первую точку проработали, дальше делаем вдох. Чуть-чуть подальше, уже чуть-чуть подальше пальчики поставили по центру. Поставили и медленно-медленно разводим в стороны. Они у нас доходят, вот сюда уже дошли под кость по вектору. Дальше погружение и снова под костью делаем вращение. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дальше еще вглубь ушли. Вдох. Погрузили. Медленно расходимся в сторону. Дошли, здесь под костью делаем вращательное движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И дальше последняя точка, вдох. И уже уходим в угол нижней челюсти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И давайте теперь все выровняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И от подбородка складочку прокатываем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз взяли. Раз, два, три, четыре, пять. Поделитесь, напишите в комментарии ниже, что вы чувствуете. Есть ли у вас сейчас легкость в этой области, облегчение, то есть значит вы все сделали правильно. Просто выполняйте технику безопасности, не рвите, не давите, делайте на увлажнение. И всем красоты и молодости. С вами была Инна Нефедовская. Подписывайтесь на наш канал.